Отже, будемо говорити про систему радіоелектронної боротьби «Покрова». Її у своїй статті, тій самій для закордонного видання «Економіст», згадав головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, коли писав про те, що Україна відповідає на виклики цієї війни, зокрема на ті завдання, які слід реалізувати в галузі радіоелектронної боротьби. Так от, що таке РЕБ «Покрова»? Це супутникова система радіоелектронної боротьби, яка здатна пригнічувати сигнал, як ви розумієте, GPS та ГЛОНАСС і інших навігаційних систем. І це означає, що вона здатна пригнічувати, зокрема, і GPS-навігацію, яка існує в наших з вами телефонах, коли ми їздимо за кермом, або коли завантажуємо якісь там мапи для того, аби знайти свої маршрути. Але це, звісно, лише один з аспектів, яких дуже і дуже багато у питанні роботи РЕБ «Покрова». На якій вона стадії і що вона може нам дати стратегічно у цій війні? Будемо говорити зараз з українським військовослужбовцем та експертом із радіотехнологій. Це Сергій Флеш. Він долучається до нашого ефіру. Сергій, вітаю вас. Бажаю здоров'я. Отже, супутниковий РЕБ. Що це таке і як його слід коректно розуміти? Да, вопрос тут, скажем так, интересный, потому что он касается самых новейших технологий. И я, как и многие коллеги, в некотором мере был, скажу честно, удивлен, что наш главком упомянул эту программу публично, потому что она является, ну, действительно, наверное, под грифом одна из самых секретных там наших разработок. Ну, что может быть более секретно, чем противодействие там российским крылатым ракетам? Ну, по большому счету, здесь никакой там тайной секретности нет. Безусловно, наш противник понимает, что мы не стоим на месте, мы работаем по всем направлениям, включая и это, поэтому здесь ничего такого нету. Когда мы говорим про покрова, то есть это не есть там отдельный комплекс или отдельные машины какие-то. Это, скажем так, давайте назовем это программой, да, большой единой программой нашей страны, куда зашли самые разные средства разных производителей разного направления для того, чтобы обеспечивать безопасность нашей страны с воздуха от, скажем так, от БПЛА, крылатых ракет, противника и всего, что наводится по спутниковой навигации. Что это такое и зачем работает, попытаюсь вам кратко рассказать. Значит, когда и ракеты, и шахеды летают по нашей стране, то у них существует две системы навигации. То есть они могут ориентироваться либо по спутникам, это понятно, либо они могут ориентироваться по какой-то внутренней инерциальной системе, то есть по ряду датчиков, которые закреплены на объекте воздушного судна. Вот, безусловно, ориентация по спутникам, она очень точная, например, те же шахеды ориентируются только по спутникам, у них инерциальная система своя очень-очень слабенькая. У крылатых ракет она выше, но, безусловно, если крылатая ракета не имеет, скажем так, точных координат, то, естественно, и точность ее снижается и падает. Поэтому, если мы закроем всю нашу страну, давайте так назовем, сетью глушилок, которые будут глушить все спутниковые системы доступные, то получается, беспилотные летательные аппараты не смогут ориентироваться, не смогут точно находить и поражать цель. И наш противник делает точно то же самое, то есть Россия очень быстро, судорожно закрывает Москву, Московскую область, другие области под аналогичными системами глушилок, которые расставлены через определенное расстояние. Я могу сказать, что для эффективности это расстояние должно быть примерно 20-30 километров между ними. То есть, и они будут эффективны только в том случае, если это будет сделано в виде целой сетки. Вот приведу вам пример. Например, залетает шахет, к нам попадает в зону действия этой глушилки. Дальше у него алгоритм такой. Он летит, если он теряет сигнал спутниковой навигации, он летит дальше, пока не найдет сигнал заново. Так вот, если он будет лететь дальше, а сигнала все не будет, не будет и не будет, то есть, в конце концов, он станет в аварийный маневр, то есть он либо сядет, либо будет по кругу пытаться найти цель, и в итоге израсходует свое топливо, а, скорее всего, он станет целью для нашего ППО или для наших мобильных групп. Поэтому мы говорим о том, что такая система, она эффективна, но она эффективна только лишь в том случае на уровне страны, если закрыта, например, там район, регион, область, там город, то есть действительно больших масштабов. А наскільки з технічної точки зору це складне завдання закрити всю країну такою системою? Задание, конечно, безусловно, сложное. Росіяни його рішають так же, як ми будемо рішати. То есть тут
Логично складывается задача, что вот эти все глушилки, они должны как-то управляться все вместе, поэтому между ними должна быть связь, безусловно, и ты сразу начинаешь логично думать, где это можно поставить, на каких там зданиях. На зданиях не хочется. Россияне ставят это на жилых домах в Донецке. Вот мы недавно видели, как ребята атаковали там систему Поле-21. РЭП, она тоже в том числе до этих всех задач, то есть прямо на жилом доме в Донецке они ее и поставили. Вот. Поэтому хоть мы ставим их там, скажем так, в полях и в тех безопасных местах, естественно, где, например, если противник захочет ее там находить и уничтожать, что в принципе тоже возможно, чтобы минимизировать риски среди мирного населения. Вот. Система действительно сложная, и если мы раньше говорили только про глушилки, да, сигналов, то теперь все стало сложнее. Во-первых, в небе появились много спутниковых систем навигации, то есть это и GPS, и GLONASS, и Beidou, и еще некоторые системы, Галилео европейские, некоторые страны еще имеют ряд спутников. И в совокупности это все говорит о том, что в одной точке может быть там до 500 спутников в небе, 600 спутников в небе. И нам приходится, ну и нам, и противнику, потому что мы действуем одинаковыми методами, приходится давить как бы всю спутниковую полосу, чтобы навигацию нельзя было производить. А второй элемент, более современный, раньше такого не было, это такой спуфинг, то, что все слышали, модное слово. Это когда мы искусственно подделываем координаты GPS, не только координаты, мы можем высоту менять, там, вектора и все. То есть мы имитируем своими передатчиками работу спутников, то есть и тогда крылатая ракета или объект, который есть в небе, он немножко там, скажем так, сходит с ума. Почему сходит с ума? Потому что у него во время полета его координаты спутниковые сверяются с его расчетными координатами инерциальной системы. То есть, и если это расхождение достаточно большое, то крылатая ракета понимает, что где-то что-то, кто-то кого-то обманывает или как-то это не работает. И, безусловно, она переходит в альтернативные какие-то режимы работы, алгоритмы. То есть мы пытаемся это исследовать. Россияне понимают, что мы это исследуем, пытаются это менять. И вот это такая, знаете, РЭП, как мы говорили, это постоянная такая большая-большая игра, борьба разных технологий с нашей стороны и со стороны противника. Як робота цієї системи може бути злагоджена з використанням високоточної зброї, яка є у нас в розпорядженні, тому що у нас теж вистачає систем, які орієнтуються на GPS і на різні сигнали супутникової навігації. Чи не буде тут конфлікту? Ну, безусловно, конфликт будет, потому что когда мы глушим, скажем так, сигналы, то это глушится для всех. Тут нельзя разделить там свой спутниковый навигатор, система спутниковой навигации, либо чужая. Но, во-первых, мы закрываем свои объекты, то есть над своей территорией, то есть мы не работаем на территории противника, поэтому наши как бы беспилотники, которые ударные, полетят туда. То есть они от этого страдать не будут. Мы говорим о том, что эта система государственная в первую очередь для того, чтобы закрыть объекты критической инфраструктуры, закрыть мирные города, закрыть мирных жителей. Поэтому то, что здесь, скажем так, ну, могут что пострадать? Да, могут пострадать, как вот часто ребята шутят, там, таксисты в городах, которые не смогут попасть, например, по адресу. Причем, если у нас эта система более современная, то в Москве она разворачивалась еще начиная с 2014 года. Я отслеживал еще до войны их паблики, и там многие таксисты жаловались на то, что они проезжают возле Кремля и при этом видят координаты там аэропорта, там Шереметьево или еще какого-то. То есть не понимали, что происходит. Многие удивлялись. На самом деле сам Кремль и центр Москвы был давно закрыт, уже порядка там 8, наверное, лет закрыт подобной системой, то есть спуфинга от потенциально от ударных беспилотных летательных аппаратов. Сергій, за вашу інформацію, який очікуваний термін впровадження цієї системи станом на сьогодні і яким чином результатом її роботи можуть протидіяти росіян? Чи є у них для цього якийсь ресурс? Я уже упоминал, что система находится под грифом секретности, и все, что с ней связано, естественно, секретно, это касается там темпов, процессов, объемов закрытия информации. То есть мы можем в целом сказать, что она существует, в этом нет тайны, потому что наш противник, я уже повторюсь, безусловно понимает, что мы работаем над этого, мы не дураки, мы отслеживаем современные технологии, мы понимаем, как это происходит, поэтому то, что мы работаем над такой системой, это не тайна. А вот то, в каких количествах, какие точные комплексы, какие характеристики, как плотно она стоит, где, что и как. То есть эта информация абсолютно под грифом. Ну, естественно, вы должны понимать, что чтобы закрыть всю страну, требуются, конечно, значительные ресурсы, финансы,
время и все остальное. То есть нельзя это сделать по щелчку, да, и точно так же происходит у нашего противника. То есть он не может мгновенно, видите, пока наши беспилотники долетают на Россию, атакуют их аэродромы, города и все остальное успешно, мы понимаем, что у них тоже эта система не быстро развивается. Ну, то есть это процессы, скажем так, не мгновенные. Дякую вам за те, що нам свій час приділили. Сергій Флеш, український військовослужбовець та експерт із радіотехнології, розповів те, що можна розповісти станом на зараз про систему супутникової радіоелектронної боротьби «Покрова», про яку згадав і пан Залужний. Ця система, я зрозумів, наскільки з нашої розмови, її робота призведе до того, що російські ракети, які отримують сигнал від супутників, його перестануть отримувати, хоча вони використовують різні системи для ураження своїх цілей. Зокрема, на їх борту є навіть камери, які фотографують місцевість, ландшафт, над яким вони пролітають, і звіряють цей ландшафт з тими даними, які вбиті в його пам'ять, для того, аби розуміти, чи правильно, чи коректно вони летять. А от шахеди – річ примітивніша, і якщо їй відключити супутники, вона орієнтується лише на магнітне поле Землі, достатньо архаїчна система навігації, хоча вона і не глушиться, але і точність її дуже і дуже невисока. Тому РЕП-Покрова може стати тим, що змінить розклад сил в українському небі, коли вона буде запущена, нам поки не розкажуть, тому що вона достатньо секретна, але рано чи пізно це таки станеться, тому що прогрес не стоїть на місці. Україна адаптується до тих викликів, які виникають в ході повномасштабного російського вторгнення в нашу державу.